Мы покажем тебе пару вещей из квартиры. Почти все в лаборатории, но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. А в Дельфах это сделать нельзя? Я предлагал, но доктор Баллард категорически против. Учитывая историю с Ханной, наверное, она права. Прошу, чай готов. Господин инспектор. Что скажешь? Похоже? Это она? Нет, чего-то не хватает. Ладно. А как насчет этого? Это из ее квартиры. Ее зовут Мия Грин. Ее зовут Мия Грин. Она лечилась в Дельфах. Она дружила с твоей мамой, очень о ней заботилась. Порой даже чересчур. Чего ее лечили? С ней было сложно. Она была склонна к агрессии. Из-за трудного детства. Твоя мать поддерживала ее. Эрика. В ночь смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт выдачи лекарств. Она умерла от передозировки. Боюсь, что нет. Но мы разрабатываем версию о чьем-то недосмотре. Мы запросили разрешение на эксгумацию, а пока постараемся отследить последний звонок через оператора. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейка возьмете? Резиденция Колкеров? Да. Это сержант Блейк. Сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. Нет. Это опасно. Ладно. Будьте осторожны. Эрика, ты как? У тебя кровь? Идите. Я за ней присмотрю. Ванная дальше. По коридору. Иди.
Здравствуй, Эрика. Скучала? Вы мертвы? Пока нет. В отличие от инспектора и остальных. Стейнбек, Джахар. Они были заодно. Тебя я не трону. Вы больны. Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Не подходите. Твой отец сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать, он предал тебя. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Он прямо перед тобой. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу. По дороге к Дельфам есть старая ферма. Я буду там. Приходи одна. Нужно было остаться. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. Которая? Тоби Нейман. Ей это не впервой. Ничего удивительного. Ты как? Я могу чем-то помочь? Вы сказали, она мертва. Но я видела ее. Это она? Не знаю, что тебе сказать. В ее могиле есть тело. Мы отправили туда бригаду. Нужно взять образцы, провести анализ. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Я не чувствую себя в безопасности. Все нормально. Просто постарайся поспать. Она точно ничего не сказала? Ничего полезного для нас? Нет. Ничего. Если что, я внизу. Thank you.
Хотят видеть будущее ради наживы и власти. Но без бабочки ничего не увидеть. Вот зачем им твоя мать. Вот зачем им ты. Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом,
о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Почему я здесь? Все началось отсюда. Работа твоего отца. Он испытал это на твоей матери. И на тебе тоже. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Эта жидкость превратила нас в его рабы. Поставь у кровати. Я тебе обещаю, ты заснешь самым сладким сном. Отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Жёг в лампе, Эрика. Тебе ведь это знакомо. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужила. Отметина твоей матери. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Откуда вы знаете про жрицу? А ты как думаешь? Он был одним из них. Посмотри сама. Твой отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Твоя мать жива, но она слабеет, а без нее они слепы. Мы застанем их врасплох. Мы остановим их. Мы освободим ее. Перережь провод. Оставь себе.
пригодится. Туда. Медальон. Видимо, запечатали. За мной. Его придется убить. Он поднимет тревогу. Заметит. Нужно вырубить свет. Веди меня к тайной двери. У нас мало времени.